я приближаю, а он опять приближает. Понятно. А, уже моргает. Вообще. Не, я вот, смотри. Да, да, уже туда достать. Не надо, пускай будет. Я хотел заснять, и у меня, вот смотри, в одну сторону только ползет. Что за хрень-то? Ты смотри. Что-то это. О, поехало. Я туда, оно все увеличивает. Не надо, не надо, не греби. Напугается он, знаешь, кровище еще. Ну, что делать? Деньги тоже текутся. Не травмируются. Но Потапыч очень спокойно отнесся. Антибиотиками закололи ее. Сейчас надо будет это, опять кормить таблетки. Антибиотики каждый день. Дней 10. Ну, она же нормальная. И потом это самое опять вызывать Валеру и опять это. Стрелять и смотреть. Ну, главное, вытащили. Больше ничего не осталось. Все. Да, все. Супер. Рентгеновские снимки у нее.